Всем привет! Сегодня вам покажу небольшие мои покупочки за последнее время. Но все покупочки уходят на подарки. Ничего не для себя. Кстати говоря, мне вчера понравился ролик у Ланы Светланы. Там, где она показала, сколько покупок она сделала за последний год. И, кстати говоря, было очень минимально. И мне эта идея понравилась. Но у нас будет сопровождать вот такая вот божья коровка. Связала я для своего сына, так как ему нравится смотреть мультик «Леди Баг» и «Супер Кот», а также «Край Бэйби». Вот. Здесь можно было еще добавить щечки, но мой сын сказал, что он не хочет, чтобы там были щечки. Вот эта божья коровка может стоять, может сидеть, крылышки можно двигать, ручки можно двигать. Так что такая вот кроссовка будет нас сопровождать. Мой муж спросил, почему у божьей коровки нет рта. Я говорю тебе, что мало болтунов в семье. Ну и начнем мы с магазина «Вау». Девочки, приобрела я вот такую вот палетку шиммеров, хайлайтеров. Приобрела ее на подарок. Сейчас я посмотрю, если мы можем ее аккуратненько открыть. А нет, она запаяна. Я не буду ее открывать. Я постараюсь вставить фотографию. Здесь идет, по-моему, из шести оттенков. Написано, сколько здесь грамм на самой упаковочке. Но когда эта девочка получит подарок, эту палеточку, тогда она оставит нам ссылочку. И мы пойдем и посмотрим. А также я приобрела еще один вот такой вот хайлайтер. Он также очень хорошо упакован, запаян. Он был закрыт на скотч. Я думаю, ничего страшного, если мы его посмотрим внутри. Вот такая вот коробочка. Вау, даймонд, как бриллиант. Открываете коробочку, а тут сюрприз. Здесь еще одна коробочка. Вот это, девочки, то, что и хорошо, например, вот такой вот отправлять в подарок. Тогда вы точно знаете, что она не разобьется по дороге. Тут такая же коробочка поменьше. И вот такая вот красота. Вау, 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 вау. Выглядит, девочки, он как будто бы его кто-то уже трогал. Хотя вроде бы все было заклеено. Я, видите, открыла вместе с вами. Может быть, он такой приходит просто с этого. Скажите, я вам скажу, с этого, с завода. Очень странно, но оставим так вот, пускай оно нас порадует. И на покупку мне дали в подарок вот такой вот крем для рук, увлажняющий и смягчающий сладкое цветение. Не знаю, ничего не могу сказать про крем, я его не пробовала. Думаю, что он улетит также на подарочки. Как же без нашего магазина Beauty Care? Заскочила в магазин Beauty Care и прикупила вот такие вот еще три тканевые масочки. Я их уже брала на подарочек. Будем ждать отзыв от девочек. Так, я не сказала, с чем эта маска. Так, это с гиалуроновой кислотой. Маска с морскими водорослями и с, да, с жидкостью улитки. Также прикупила вот такую вот повязочку. Это может быть как и для маленькой девочки, как и для взрослой женщины, в принципе, да. Убрать волосы для того, чтобы делать маски или для того, чтобы просто не мешалось. Ну и когда я забежала, девочки, в наш магазин Miniso, я увидела новые маски, тканевые маски. Вот такая интересная. Это с кактусом, с цветочком кактуса. Это все тканевое, увлажняющее. Ну-ка, давайте посмотрим. Смывать не надо. Вот такие вот указания. Сделано в Корее. Следующая масочка. Moisture Jelly Facial Mask. И это у нас увлажняющая. С бамбуком. Интересно. Так, я надеюсь, вам попадает все в кадр. Третья масочка у нас с цветочком лотуса. Также все тканевое. Кстати говоря, вот я их чупаю. И вы знаете, там достаточно жидкости. Следующая масочка у нас идет с медом. Взяла каждой по одной на пробу. И с цветением вишни. Cherry blossom. Вишни, черешни. Кстати говоря, масочки такие очень приятные. И это для осветления. Есть питание, да, этот охлаждение и два увлажнения. Класс. Такие небольшие покупочки.
я сделала на подарочки. Но сейчас, девочки, я вам покажу, что же я прикупила для себя. И это совсем не косметика. Так, купила я вот такую вот толстую нитку. Показываю немножко сверху. Yarn Art Dolce. Или, так, у нас вот есть еще Himalaya Dolphin Baby. Купила где-то 20 мотков за полцены. И купила ниточки Yarn Art Jeans. 45 штук. И, девочки, вот это все я получила в подарок. 25 моточков я получила в подарок. Плюс вот эти вот 3. И тут еще, девочки, сколько у нас получается? 12 таких относительно больших моточков от Yarn Jeans Art. И еще вот такие вот мастипусенькие кусочки. Покупала я от женщины, которая на время уезжает из страны. Продавала все за полцены, но и это все, как говорится, давала в подарок. Чему я очень рада. Теперь у меня будет много интересных проектов. Так что, кому интересно, следите. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.